Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei Y6 2019 года удалить пароль, а также сбросить все данные до заводских. Допустим, я забыл пароль, абсолютно не знаю, что мне делать. И вот мой телефон заблокировало. В таком случае я выключаю свой телефон. После чего зажимаем и держим клавишу громкости вверх и кнопку питания. Примерно когда третий раз появится логотип Huawei, чтобы наверняка, отпускаем тогда наши клавиши. И отпускаем. Далее мы попадаем в Recovery Mode, где либо с помощью кнопок громкости передвигаемся и подтверждаем с помощью кнопки питания, либо просто с помощью пальцев, так как это меню еще и сенсорное. Нажимаем на Wipe Data Factory Reset, вписываем слово Yes и выбираем Wipe Data Factory Reset еще раз. Далее еще раз выбираем Wipe Data Factory Reset и ждем. Теперь выбираем первый пункт Reboot System Now и подтверждаем. Вот и все. Пароль удален и все данные сброшены до заводских. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!